18 августа 2022 года. Вот хочу показать вам, смотрите. Короче, вот у меня там непонятно, матка то ли облеталась, то ли не облеталась. Матка на облете. В общем, я ее не нахожу, молодую, засева нет. И получается, я давал контрольный. И вообще, вот сегодня проверял, контролировал. Вот. И, ну, я сейчас хочу показать. Тут каждый раз вот я залажу улей, когда есть время, позволяет. Короче, внизу у меня стоит решетка на первом корпусе. Я там чищу рамки. И вот этот корпус прополисует. Вот я сейчас, видите, снял с него прополис. Вот, снимаю. Видите, вот такой кусок прополиса, короче. Это где-то на 100 рублей. Вот. Ну, с каждого улья. Вот. Просто залез в улей, сделал какие-то работы. Ну, потратил там время, соскреб. Вот. С одного улья вот такой кусок получил. Прополиса такой, нормально. И вот так вот с каждой семьи. Залажу вот семью раз сразу там, это джик-джик-джик, короче. Каждый раз, когда залажу, а часто я к ним не лажу, конечно, ну вот сейчас прохожу по пасеке, где залажу, там сразу же снимаю прополис, снимаю. Ну, дополнительно зарабатываю денежку. Это так. Плюс, когда откачку делаю, каждый корпус снимаю прополис здесь. С корпусов, с рамок, в общем, в этом году снимаю полностью прополис. Таким образом, где-то я прикидываю, до 20 тысяч я в этом году заработаю денежек. Вот. Раньше я чистил только осенью, снимал прополис. Так весь сезон не снимал. Вот. И так где-то удалось мне 10 тысяч заработать. Так как я снимаю весь год теперь прополис, ну, теперь таким образом... А, вот еще от другой семьи где-то я тоже дочищал, походу. А, вот, ну, в кармане. В общем, вот так вот. Ну, вот так вот добавить, это точно будет соточка уже, 100 рублей. Ну, это я так продаю, я дорого не продаю. Это я два шарика с нее сделаю и по 50 рублей их продам. Я дешево продаю и при этом, говорю, до 20 тысяч вполне. Короче, я заработаю в этом году, я прикидываю уже так. Поэтому десяточку уже заработал, сколько прополиса есть уже у меня. И сколько еще я буду чистить еще. Это же все будет чиститься, еще все рамки. Все корпуса, все это. И я еще буду работать с пчелами, каждый раз буду чистить прополис. Вот. Ну и вот сейчас получается, блин. Забыл, я раз залез к ней. Ну, я просто уже не собирался, тут решил все-таки. Ну, решил туда контрольную рамку, получается, дать. Во-первых, чтобы семья не отрутовела, а во-вторых, понять. Если они потянут маточники, будет понятно, что они не это. Ну, матка где-то пропала все-таки на облете опять повторно. Вторая. И будет понятно, что... Ну и как, и они потянут сразу свищи. Ну, пусть выращивают себе свищи. Успеют, успеют. Ну, еще у меня сезон позволяет, еще можно успеть. Бывало, у меня по третьему разу облетывались, еще осенью, уже в сентябре облетывались матки и вполне нормально сеяли. Ну все, как-то так. В общем, раз я уже сюда залез, я сразу прополис снимаю. И сейчас, получается, на холстик пойду возьму масло полыни, сюда брызну. Вот так вот. Ну вот, элементарно. Вот сейчас я пчелок сушу. О, трутень залетел туда, зараза. В общем, пчелок убираю, вот так прыс-прыс-прыс-прыс-прыс, короче. Спрыскалки масла полыни таврическое. Ну, немножко так. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Легенько так, чтобы не текло ничего там, а чисто легенько такой. Аэрозольчик, короче. И вот так вот раз накрою, поняли? И все. То есть такая профилактическая обработка от клеща. Ворова и другой всякой заразы там, патогенов всяких. Всем пока.